Всем привет, с вами Мила. И мы продолжаем Fallout 4. Так. Я немножко не Seems to там. be growing well. Ой. Немножко не там, где закончила. Пошарилась немножко по броне, по оружию, по всяким там другим вещам. Немножечко освободила вес. Кое-что разобралась, почему у меня слишком много веса занимало. Оказывается, вот модификации. Я, допустим, что-то модифицирую, и то, что я, допустим, уже. Ну, то, что я поменяла, эта модификация потом остается в этом. В моем этом. В моем этом самом. Как его? В общем, в моих вещах все это остается. У меня там столько всего валялось. Все это вес и Need to занимало. assign someone to this. Так, мутафрукты еще нужны для того, чтобы делать клейстер. Я до меня дошло, что это за Feeling служебный creative today? клейстер. Вот клейстер. И он дает клей, который очень-очень необходим. Прямо вот вообще он очень необходим для всяких модификаций, для улучшения оружия и все такое прочее. Мне не нравится броня ее на ее левой ноге, но она какая-то не такая, другая. Вот. То есть вот, я все же поменяю, верну я. Что я там делала-то? Что-то я меняла. А, я вот здесь поменяла. Чтобы вес был поменьше. Но нет, все же я верну то, что было. И где-то еще что-то я меняла. Так, где я что меняла? А, вот тут тоже. Нет, пусть все же будет усиленное. Пусть будет усиленное. Она особо много веса-то и не дает так-то. Так-то, если подумать. Вернее, не забирает. Вот, а все вот эти мои модификации я вот сложила в комод. Это все теперь у меня в комоде. Даже все, оказывается, можно складывать во всякие ящики. Всякие ненужные вещи. Не обязательно это все вот сюда выкладывать. Кстати, у меня есть мысль одна. Вот эти все вещи. Залп, толстяк. Праведный властелин. Кстати, я пользовалась этим праведным властелином одно время, но потом что-то как-то бросила это дело. Не знаю, не понравилось он мне. Хотя ладно, пусть здесь лежит. Ладно, куда нам? Дальше. Дальше нам. Дальше нам. Короче, нам не надо собирать много-много вещей, где есть клей. Потом. В основном клей. И еще, конечно, нужно уровни поднимать, чтобы качать это самое. Оружейника мне надо прокачать обязательно, чтобы улучшать. И броню, и оружие. Вот это обязательно нужно сделать. Но для того, чтобы качать уровень, для этого нужно делать задания как можно больше. Вот еще мутафруктиков собрала. Теперь где встречу буду собирать. Я просто не знала, что клей таким простым способом можно получить. Не обязательно хлам собирать. Вот, пожалуйста. Использовать. Служебный клейстер. Вот и все. Три мутафрукта нужно. Потом очищенная вода, кукуруза. Кукурузу тошку я и так выращиваю. Очищенная вода я нахожу так, когда это. Хожу там всякий хлам собираю. Так, на чем мы остановились? Куда мы вообще собирались? По каким заданиям? Я даже не знаю, куда пойти. Разное. Разобраться с Бобби мы собирались, да? Ну, давайте, наверное, докончим уже вот это задание, которое торчит в разном уже. Сделаем его, чтобы оно уже не торчало. Разобраться с Бобби, да? Что там за Бобби такой? Фиг его знает. Но если с ним надо разобраться, то я попробую с ним разобраться. В общем, нужно побольше заданий делать, чтобы опыта побольше валило. Потому что очень много всего охота. Для этого нужны очки. Очки умений. Их не хватает, жестко не хватает. Ну ничего, мы это дело исправим. Мы это дело сделаем. Ну, давай быстрее грузись. Металлическая броня обеспечивает дополнительную защиту от баллистического урона. В институте есть множество разных моделей синтов, от примитивной конструкции первого поколения до новейших образцов третьего, практически неотличимых от людей. Как же долго грузится. Ай. Так. Куда нам? Чувак, ты со мной, да?
Есть такая возможность, конечно, отказаться от напарника, но, блин, я бы не хотела от него отказываться. Да и вообще, как бы, стелс это не совсем моё. Ну, может быть, приобщаться к стелсу пора. В принципе, это интересно. Но опять же, тогда это все заново надо качать. Так, ну чё, заходим, только сохраняемся, не забываем. Поместье Хоторнов. Там Бобби находится, я так понимаю. Чё за Бобби, Бобби, чё-то знакомое. Это случайно не этот, не Гуль? Это ты, Бобби? Подождите, 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 подождите. Ка попробуем по стелсу, а? Хотя, я же стелс не прокачанный, так что, в принципе. Они что, будут меня это, стрелять? Да нет, вроде не стреляют. Бобби это кто? А, это ты, Бобби? Смотрите, кто пришел. Когда так затваливаешься без приглашения, не то что я, любой гуль занервничает. Ну, кто поручил тебе меня выследить? Хэнкок? Я даже не знаю. А как ты думаешь? А кто, по-твоему? Я догадываюсь, что тебя прислал этот старый мерзкий гуль, но я хочу услышать это от тебя. Я же говорю, это гуль. Ну давай. Он поручил мне убить тебя и принести его крышки, а также компенсацию ущерба. Ах, ты продажная душонка. И что же ты собираешься делать? Даже не знаю. А как ты бы поступила? А ты бы как поступила в подобной ситуации? Я уже попыталась нанять кого-нибудь, чтобы он пристрелил этого клоуна. Но все, к кому я обращалась, либо у него на зарплате, либо просто рассмеялись мне в лицо. Сейчас я хочу знать только одно. Что ты собираешься делать? Блин. Вот тебе опять сейчас дилемма сказала. Убить Бобби, я договорюсь с Хэнкоком. Блин, я бы не хотела убивать. Не люблю я вот это вот. Я же добрая. Я же сама пушистость. Не беспокойся, я как-нибудь улажу дела с Хэнкоком. Хорошо, давай только без глупостей. Танцу это пон... А, не понравилось? Если меня нашли так быстро, значит, я должна отсюда бежать, и значит, эти крышки мне нужны больше, чем тебе. А, то есть Дэнсу это... Но ты можешь взять отсюда все, что захочешь, вряд ли я смогу захватить это с собой, туда, куда я направляюсь. Безносая Бобби. Вернуться к Хэнкоку. Зато я могу здесь все взять. Как бы. Тоже вариант. А так я никого не убью, получается. И в то же время это... Задание сделаю. Не люблю я вот это вот убивать. Я убиваю только если там действительно кто-то очень плохой и злой. Так, я все собираю. Сейф. Сейфы мы можем скрывать, кажется, даже сложные. Ага. Вас поймали на взлове? Взломе? Так она же сказала, можешь брать все, что хочешь. А. Так что я это не хочу. Я не буду никого убивать. Я добрая и пушистая. Вот, ясно вам? Понятно вам? Не буду никого убивать. Не хочу. Что там? Что-то там валялось. Крысиный яд. Так. В общем, теперь я собираю весь хлам, потому что только бери все, что захочешь, значит, это достанется кому-то другому. Да я соберу, не боись. Уж это-то я умею, поверь. Собирать-то все я умею. Ну, блин, у тебя тут мало чего есть. А у тебя есть еще второй этаж? Подожди, пусти меня. А, нет, второго этажа нет. И тут все закрыто. А это можно сломать как-то? Ой. Нет, подожди. Нет, подожди. А руками это сломать нельзя? Че, я сюда не смогу пройти? Может, можно? Так, ладно. Попробуем это сломать. Так, подождите. А это что у меня на единице? Пистолет же какой-то, да? А, нет, подождите. Пистолет у меня на чё? На тройке? Нет, на четверке? Нет. Вот сюда надо какой-то прицел приделать тоже. А еще хотела дробовичок какой-то взять.
Нет? Не ломается? Не ломается вот эта фигня, что ли? Ну, это вообще печально, на самом деле. Так, подождите. Я хотел еще какой-то дробовик взять. Ладно, без дробовика пока ходим. Я думал, эта фигня откроется. Вот так-то у тебя здесь и взять-то нечего, Бобби. Блин. Как-то это все печально. Ну, фиг с вами. Ладно, пойдем. Ну, извини. Скажи спасибо, я тебя не убила. Ну чё это, сходим к Хэнкоку, скажем, так и так я людей не убиваю. Я убиваю гулей, но это-то гуль, но она не злая, как бы. Просто уже давно я делала, там квест какой-то с ней был связан, я уже забыла, что там как. Надо вообще, когда делаешь что-то, заканчивать это уже с этим квестом, чтобы не забыть сюжет сам. Что там, как там было вообще. А то... Что-то было там с ней связано, но я уже забыла, что это было. А, что-то мы грабили там, кажется, или что-то такое было. Так, Хэнкок, кто это, где это? Где он находится-то? Где он находится? Так, где-то здесь? Ага. Добрососедствие. Точно. Ну, надеюсь, его мне убивать не придется. Тогда, блин, как-то это. Ладно, уже как решила, так решила. Фиг с ним. Короче, на вот эти пистолеты и там еще один мне нужно установить какие-нибудь прицелы. Нормально. Найден сигнал радио серебряной площади, наверное, частота. Так, давайте оружие уберем. Так, Хэнкок, кто это? Я уже забыла, кто это, блин. Пока делаешь какой-то один квест, уже про другую ветку забываешь, что там было. Это тоже, по-моему, гуль, если я не ошибаюсь. Хэнкок. Ты Хэнкок? Мне много всяких безумных вещей довелось повидать, но чтоб летучий корабль, ну. Так, вас тут воровать нельзя, как я понимаю. А где Хэнкок? Где он? А, он наверху. Или внизу. А, вон он. Ну да, это же тоже гуль. Что без разницы, кого убивать. Хэнкок. Ну привет, хочешь мне что-то сказать? А может ему крышки отдать? Солгать? Давайте солжем. Теперь мы квиты, или пришлось замарать руки. Пролилась кровь, и, в общем, обе теперь больше никого не потревожит. Кровь — это хорошо, это мне нравится. Теперь давай поговорим о моих крышках. Блин. За тобой было 1000 крышек. Сколько? Может, что-нибудь придумаем? Может, договоримся? Ты читаешь мои мысли. Вся история с Бобби, это надо было сделать, но в кого я превратился? Неужели теперь я буду запрещать людям заниматься тем, что им свойственно? Мне нужно пройтись пообщаться с моими собратьями из низов. Так что я решил отправиться с тобой на падение на хранилище, тот самый знак, которого я ждал. Тебе есть бесшабашность, которая мне сейчас так необходима. Зачем? А почему ты хочешь уйти из добрососедства? Ну, во-первых, тебе удалось меня ограбить, а это значит, что я слишком расслабился. Нужно привести себя в форму. Ну точно, я же его ограбила. Во-вторых, у нас в добрососедстве принято, чтобы каждый следовал своему пути. Если я не буду хоть иногда отсюда ходить, власть меня изменит. А я этого не хочу. Что насчет Фаренгейт? Почему ты хочешь уйти со мной? Ведь от моих рук погибла твоя телохранительница. Да ладно, я тоже много кого убил, а потом пожал руки их друзьям. Знаешь, сколько парней раньше поддерживала Фина? Ты меня запутал. Пойми меня правильно, мы с Фаренгейт давно вместе. Если бы ее убийство было хладнокровно спланировано, я бы сделал все, чтобы тебе отомстить. Но я знаю, что тебе просто нужно было выполнить задачу, она встала на пути. Это я могу понять. Блин. Ну, добро пожаловать. Мне будет приятно, если ты составишь мне компанию. Прежде чем мы отправимся в путь, мне нужно пообщаться с местными жителями. Потом встретимся.
Чё? Какой путь? Ты о чем вообще, чувак? Ты мне не нужен, но если только в Sanctuary тебя отправить. А у тебя тут воровать-то можно? Он ушел. А теперь можно? А, нет, у него тут чуваки. Почему нельзя? Ну ладно, фиг с тобой, нельзя, так нельзя. Так я и не поняла, короче, с этим заданием. Что-то как-то. Он хочет стать моим спутником, что ли? Не, ну ты можешь стать, но я потом тебя отправлю в свое поселение, чтобы ты там, короче, жил и развивался. Куда мне? Мне он с паладином неплохо, он в броне в силовой. Зачем ты мне нужен? Какой-то гуль там. Только если ты будешь своих хорошо убивать гулей, ну нет, как-то. Эй, все сюда, вы все должны это услышать. Где он? Спокойно, не торопитесь. Где он? Слушайте, я решил прогуляться, вашему бесстрашному лидеру пора покинуть город. Где он? Слушайте, я решил помимо, пока я не совсем забыл, каково это, снова побродить. Эн, как не уходи, ты нам нужен. Где он? На душе я всегда буду с вами, мой добрый друг. Нас добрососедство многое связывает. Но даже любовникам иногда надо побыть в разлуке, отстудить голову, вспомнить, кто они такие. Где он говорит? Я его не вижу. Вот почему я ухожу. Я по-прежнему ваш мэр, и если я вам понадоблюсь, я всегда приду вам на помощь. Однако мне снова пора испытать на себе все тяготы жизни. Потому что, как всем нам известно, властители не должны жить в комфорте слишком долго. Ну а какой город содружится лучше всех, где каждый может жить свободно и где его за это не осудят? Добрососедство. Строим людьми для людей. Пусть никто об этом не забудет. Где он говорит? Поговорите с Хэнкоком. Где он? Заново с ним поговорить, что ли? Давайте. Давайте уже с ним закончим. Отправим его, короче, в Sanctuary. Пусть он там сидит и отпугивает врагов. Пусть там сидит и отпугивает врагов. Я ничего ни о чем не знаю. Давай поговорим, чувак. Ну что, цирк уродов снова на гастролях? Хочешь путешествовать со мной? Ты по-прежнему хочешь путешествовать со мной? Думаю, еще одна порция неприятностей мне не повредит. Ну, давай. Уходим. Не подходи ко мне, грязный гуль. Льсти себе бычара, ты не в моем вкусе. Нет, давайте не будем паладина отправлять, давайте этого отправим. Ладно, иди, короче, паладин. Нет, с тобой я ходить не буду, это однозначно, чувак. Подожди. Давай поговорим. Валяй. Отношения, мысли. А ты что думаешь? Я понимаю, что жизнь в добрососедстве это не для всех, но там лучше, чем где бы то ни было. В таких местах, как Diamond City, люди с гулями даже не разговаривают. У нас все хорошо? У меня еще остались некоторые сомнения, хотя из нас определенно что-то может получиться, по крайней мере, если мы будем помогать жителям Содружества. Ага, все понятно. Скейп. Ой. Неважно. Больше мне нечего сказать. Ну и хорошо. Подожди, чувак. Так, он что, теперь со мной ходить будет? Не-не-не, не пойдет. Пойдем, короче, на выход. Чувак, пойдем. Нафиг он мне нужен, блин? Мне паладин больше нравится. Как-то. Как-то мне... Ну, во-первых, он в броне. Где выход? Сейчас я его, это, отправлю. Куда следует. А я теперь могу здесь воровать? Не, я с тобой не отправлюсь, ты не боись. Где выход? Ты не переживай, чувак, я с тобой никуда. Ни за что и ни за какие коврижки. Где тут выход, ёшкин кот? Я запуталась. Наверху, похоже, выход наверху. Ай! Да ну нафиг. О, господи. Так, вот же выход.
Не то чтобы я против гулей, но не. Ты его снаряжать надо, блин, всякой фигневой. Потом, может, чисто так для себя поприкалываться, можно там его одеть, дать ему оружку и все такое. Home, sweet home. Вот и дом. Так, You're давайте, welcome, короче, Black. телепортируемся в санктуаре. Night, doll. Оставляем его там. Нафиг он мне нужен. Лучше с паладином побегу. Лучше вообще ни с кем бегать не буду. Хотя нет. Лучше все же с паладином, потому что я не очень сильна во всей этой стрельбе, поэтому мне нужен помощник мужчина. Без помощника мужчины никуда. И это просто обязательно. Так, значит, где паладин Дэнс? Паладин. Паладинчик, ты где? У меня же тут народищу. Дофига и больше. Путешествует под дождем, да. Это тема. Где паладин, блинский блин? Тыщи теперь его, свищи. Где он? Носится. Бегает за мной. Красавчик вообще. Бегай, не бегай, но я тебя оставлю. Ну уж извиняй. Ничего личного, как говорится. Ничего личного. О, мутафрукты. Лично мутафруктики нужны. Быстро они созревают, однако. Так, арбуз, ладно. А арбуз это тоже хорошо. Тошка, капитошка тоже. Замечательно. Так. Кукурузку тоже надо собирать. Что добру-то пропадать? Где этот паладин? Где он опять шляется? Вечно где-то шляется. Most people are good at breaking things. I enjoy putting them back together. Где паладин Дэнс? Так, это мой робот первоначальный. Спутник тоже такой неплохой. Но мне больше нравится паладин. Где вот он опять? Где он потерялся? Я же его в санкчуре отправила. Где он? Не видели паладина? Эй, паладина не видели? Чуваки. Чуваки и паладины не видели? Где паладин? Нет, света музыка. Короче, паладин, ты меня достал, ты где? Сейчас. Сейчас мы его найдем. И по башке надаем. Вот то, что он. Эй. Здорово. Ты паладина не видел? Чё, мне с этим ходить, что ли? Я не буду с ним ходить. Ни за какие коврижки не буду я. Не хочу. Не-не-не, ни за какие. Это фрукт. Он обычно где-то вот тут шлялся, патрулировал. А сейчас я фиг знает, где он. Тут вообще бы было какой-то такой поиск по этим, по персонажам. Это было бы замечательно. То вот так вот бегай, ищи его. Я же его точно сюда отправила. Я это помню. Это отлично. Вон он стоит, зараза. Чё ты тут стоишь-то? Я тебя ищу. Ты чё, думал, я тебя бросила? Ни в коем случае. Обязательно. Продолжим выполнять. Конечно. Двигаемся. Раса, значит, хотел бы я посмотреть на то, что ты способен без этой твоей силовой брони. Ну, блин, ну... Поверь мне, Рот, ты этого не хотел бы. Так, Хэнкок, оставайся в Сэнкчури. Наверное. Да пусть они все Сэнкчури, короче, остаются. Так, а ты пойдешь со мной. Вот, все. Закончили мы с этим делом. И чем заняться теперь, я даже не знаю. Так, подождите. Надо сохранить весь хлам. Весь хлам.
А потом куда-нибудь направиться. Наверное. К какому-нибудь заданию. Сейчас мы еще клейстера сварим. Стоять. Тошка. Да прижились, прижились. Так. Приготовление. Мясные блюда можем что-нибудь сделать, нет? О, стейк из брамина. Замечательно. Все, больше ничего. Служебный клейстер. Отлично. Угу. Если бы я знала раньше, то я бы мутафрукты эти использовала по назначению. Так. Теперь что-то, может, мы можем сделать? Так, нет, подождите, давайте так. Сохранить весь хлам. Т. Отлично. Сохранили. Теперь. Что мы можем с пистолетом сделать? Прицел у него коллиматорный, да? Коллиматорный прицел, окружность. Улучшенная концентрация, точность прицельной стрельбы. Давайте сделаем. Так, отлично. Так. Короткий боевой дробовик. Откуда он у меня взялся? Я его вроде не брала. Короткий боевой дробовик. Что мы можем с ним сделать? Укрепленный ресер, увеличение урона. Калиброванный ресер, увеличение урона от критических, тяжелый ресер. Больший вес, увеличенный урон. Так, 60, 68. А весить он будет сколько? Офигеть. Не особо сильно он будет весить. Давайте усиленно сделаем. Короткий ствол. Штатный, длинный ствол. При исходной дальности стрельбы уменьшенная отдача, высокая кучность. Очень слабая отдача. Ну, давайте сделаем. Так, длинный ствол сделали. Крученное ложе. Полное ложе не можем сделать? Фанатик оружия 2, да вы чё, штатный магазин, средний магазин, быстросъемный. Превосходная скорость перезарядки. Угу. Чей-нибудь из запаса замедления перезарядки. Превосходная скорость перезарядки. Давайте скорость сделаем, наверное, так лучше будет. Штатный прицел, мушка. Что она дает? Меткость. Открытый прицел с подсветкой, повышенная концентрация и точность прицельной стрельбы. Так, короткий оптический, увеличенная кратность, прислонная точно прицельной. Так, меткость прибавляется, да? Так, здесь что? Повышенная концентрация, точность прицельной, контрольная окружность, улучшенная концентрация и точность прицельной. Меткость 49. Тут меткость вообще 59. 49. Здесь меткость 49, здесь 59, здесь 43. Давайте вот этот попробуем сделать. Посмотрим, как он выглядит. Так, дальше. Нет надульной насадки. Большой штык. Превосходный урон в ближнем бою. Малая дальность. Как бы дробовик это же ближний бой, да? Компенсатор. Так, пока ничего здесь не буду делать. Пистолет Келлога, что мы можем сделать? Укрепленный ресивер, увеличение урона. Это можно. Пока клей есть. А, все, клей закончился, да? Утяжеленный ствол уже есть. Удобная рукоятка есть. Штатный прицел. Клея не хватает. Так. Ну ладно, хотя бы что-то сделали. Так, получается, это у меня что? Подождите. Это у меня. Это что за. Это какой у меня? Это дробовик или что? На однёрке, да, это? Чё у меня на однёрке? Так, теперь вот это все скинуть надо будет. А то оно всё вес занимает. Оружие. Быстрый укрепленный боевой дробовик. Так, вот дробовичок куда мы? Давайте на семерку. Да, вот этот стимулятор. Стимулятор. Стимулятор, где ты? Стимулятор? На восьмерку тогда. Так, получается. Оружие. На однерку у меня что получается, Кью? Стрелковый креплен гладкоствольный. Так, это карабин. Вот ему бы тоже прицел другой. Это же карабин, он для дальности.
Так, лазерный карабин. Тоже у меня работает для дальности. Плазменный это плазменный. Пробивающий боевой карабин. Так, ладно. Так, тут получается карабин. Ну, ему надо прицел другой, конечно, ставить. Это явно не снайперская фигня. Это тоже явно не снайперская фигня. Тоже. Но это не для снайперского. Так, а вот это на четверке, это у меня чё? Почему он у меня без... Без. Чё это у меня на четверке стоит? Так, это вот с затвором карабина. Ему надо бы этот... Прицел другой совсем. Коллиматорный прицел. В чем разница? Так, дальность... Ни в чем. Никакой разницы, что ли, нет? Ну-ка, подождите. Подождите. Ну-ка, сравним. Ну-ка. Такой же прицел. А в чем разница тогда? В цене только получается. Компенсатор. Коллиматорный прицел. Коллиматорный с подсветкой. Давайте с подсветкой. Так, средний прицел. Ну, для этого фанатик оружия нужен. Понятно. Так, а вот этот вот, где он у меня? Так, лазерный. А, вот, пробивающий боевой карабин. Карабин же он тоже для дальности. А чё у меня два? Ну, это какой-то не такой. Тут все равно ничего не хватает, чтобы для него что-то сделать. Опять же, нужно куча клея. Ладно, короче. Давайте решим, чем мы сейчас займемся. И, наверное, серию буду заканчивать. Потому как пора. Только решим, чем мы займемся. Так, техническая документация. Это потом, когда наберем ее. Так, теплица. Поговорить с Престоном Гарви. Где это? Покажите на карте. Это далеко. Это очень далеко. Я пока туда не хочу. Нет. Пропавший патруль. Может, мы все же туда сходим, наконец-то. Смотрим эту спутниковую станцию. Так. R, покажите на карте. Да, в принципе, уже, наверное, туда можно. Попробовать хотя бы. Хотя, без нормальных прицелов. Так, какие еще задания есть? Штурм Форт Индепенденс. Так, это где? Это тоже далеко. Так, стой, куда ты? Тоже пока не хочу. Дорога к свободе. Это где? Ну, чё это за дорога к свободе? Не совсем понятно. Станция Парк-стрит. Ну, давайте, блин. Чё за путь свободы? Переместимся, посмотрим, чё как. Вернее, переместимся, сохранимся, и на этом я буду заканчивать серию. Такая серия у нас сегодня немножечко. С гулями пообщались. Зато оставили живых и одного, и второго. Второй так вообще теперь с нами, как бы, в нашем поселении живет. В любой момент мы можем его взять, короче, и с ним бегать. А можем его одеть, дать ему оружие, дать ему... классную шляпу, хотя у него и так шляпа классная. Ну, в общем, как-то так. Как же ты долго грузишься? Ай, я забыла эти модификации сохранить в этом самом. В своем комоде. У меня теперь модификации все в комоде будут лежать. Ну, блин, чё ты так долго грузишься? Реально, хоть это... Ставь на SSD. Хотя у меня там на SSD и так уже куча игр стоит. Ну, как куча? Те, которые поместились только. Terra, Bless у меня там стоят. И чё ещё? Чё-то ещё. Что-то еще стоит, не помню.
Один слова радио Тринити Тауэр, на-на-на. Ладно, давайте на этом буду заканчивать. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. И всем пока-пока.